5 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям будут уволены. Об этом сообщили на брифинге, на котором побывали и наши корреспонденты. В период с 9 июля по 23 августа среди сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям прошла аттестация. В состав Центральной аттестационной комиссии вошли 9 человек. Из них один ветеран органов по ЧС Мукатай Есентаев поделился своим мнением. Предъявляют такие жесткие требования. Почему и проходят психологическую подготовку, физическую подготовку, знание законов. Оказывается, мы в свое время упустили вот эти моменты некоторые воспитания личного состава. Всего в аттестации приняли участие 1792 сотрудника. За прошедший период прошли 234 человека. Из них только 5 соответствуют своей должности. И еще 5 будут переведены на другую должность. Как выяснилось, 5 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям не соответствуют занимаемой должности и рекомендуются на увольнение. А причина увольнения такова. Основная причина, наверное, какой-то из этапов сотрудник либо не проходит, либо он физподготовку не сдал, либо знание законодательства, значит, слабые у него. Либо, значит, он характеризуется по месту службы своим непосредственным руководителем отрицательно, то есть какие-то нарушения служебной воинской дисциплины у него есть, взыскания действующие есть, значит, с такими сотрудниками, которые, значит, относятся нерадиво к исполнению своих обязанностей, мы вынуждены расставаться. Судьбы сотрудников по ЧС будет решать состав аттестационной комиссии. Мирамгуль Салкимбаев, Олжас Габбасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».